В Казанском федеральном университете состоится урок по географии, который проведут космонавты с Международной космической станции в прямом эфире. Таких уроков в мире еще не было. 17 апреля в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоится телемост Международной космической станции. На связь выйдут космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Телеканал «Универ ТВ» будет показывать это событие в прямом эфире в 11:25. Во время этой связи в интерактивном режиме будет осуществляться демонстрация снимков, которые космонавты готовят непосредственно во время полета, плюс комментарии по ходу движения и, собственно, рассказ о самом проекте, о уроках географии с орбитальной высоты и посвящение слушателей во все эти процессы. Помимо КФУ на связи также будет Международный детский центр «Артек». Телемост проходит в рамках программы «Ураган», мониторинга природной среды и катастроф на российском сегменте МКС. И уроки географии с орбитальной высоты уникального образовательного проекта с базы космических снимков, накопленных с 2001 года. Главная цель проекта – это повышение эффективности географического образования в школе и в университете путем демонстрации снимков земной поверхности, основных процессов и явлений, причин и особенностей возникновения негативных экологических ситуаций, техногенных катастроф с орбиты, с орбитальной высоты. Для гостей телемоста космонавты покажут Крымский полуостров, Ростов-на-Дону, реку Волга, Южный Урал и Алтай прямо с орбиты Земли. Экипажам корабля параллельно будет рассказываться о задачах мониторинга этих объектов. Казанский федеральный университет имеет прямое отношение не только к исследованиям в космосе, но и к образовательному процессу школьников и студентов. Астрономия является приоритетным направлением, а университетский планетарий носит имя первого космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова. Напоминаем, что студенческий телеканал «Универ ТВ» будет освещать это событие в прямом эфире. Олег Кашин, Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.